Недавно я узнала об одной очень интересной практике, которая помогает изменить жизнь за 21 день. Некий священник Уилл Боуэн постоянно выслушивал жалобы своих прихожан на жизнь, а потом просто предложил им надеть на руку обычный браслет и прожить 21 день без жалоб, критики, сплетен и недовольства. Как только сорвался, переодеваешь браслет на другую руку и начинаешь отчет по-новому. Говорят, что те, кто прошел 21 день, уже никогда не становились прежними. Делились своим добрым состоянием с окружающими. Думаю, что стартап моих сегодняшних гостей начинался именно с желания сделать мир добрее. Семья, улыбки детей и запах выпечки из духовки – вот он, простой рецепт счастья Маши и Жени. И они счастливы вдвойне, потому что смогли объединить все это в своем стартапе Family Pie. У нас был переломный момент в жизни, когда мы понимали, что мы хотим заниматься уже чем-то своим, что можем попробовать провести благотворительный пикник, где будем угощать пирогами и будем видеть, ну, вообще нравятся они людям или нет. Как бы хорошо ни готовили женщины, а большинство поваров – мужчины. И это факт. Вот и в Family Pie такое же положение дел. Женя занимается выпечкой, а Маша – вопросами организации. Мы долго готовились к этому пикнику. Получилось сверх ожиданий. И мы поняли, что стоит этим заниматься все-таки, если людям нравится. После этого мы подумали, почему бы не попробовать организовать доставку. Вот, в принципе, то, чем мы сейчас и занимаемся. Они очень часто приезжают радостные, что у них все получилось, все продалось. У нас дети максимально приспособленные и адекватные, они нам помогают. Мы как-то друг друга организовываем, подстегиваем постоянно и не даем расслабиться. На самом деле это очень здорово. И хотя бизнес только набирает обороты, семья уже готова поделиться своей формулой успеха. Я думаю, что наш секрет успеха – это правильный посыл людям, и тогда все получится. Папа и мама пекут пироги целыми днями. Сейчас им это интересно, они узнают что-то новое.